Актеры, музыканты, танцоры, библиотекари. Сегодня торжество устроили для тех, без чего участия в регионе не обходится ни один праздник. Балетмейстер Василий Швыченко приехал из Константиновки. С его помощью первый па сделали более 500 танцоров. Сегодня он руководитель ансамбля спортивного бального танца. У меня и взрослые, и дети. Ездим часто на фестивали, на конкурсы, можно сказать, и за рубежом. Занимали первые места в Венгрии, Чехии, Германии. Сейчас пара профессиональная сегодня улетела на чемпионат мира в Вильнюс. Вот, думаем, что достойно выступят. Заслуженные артисты Украины и заслуженные деятели искусств. Такие почетные знаки вручили троим работникам культуры. Среди них и Руслан Слабунов. Он артист-вокалист Донецкого драматического театра. Сыграл более 40 ролей. Сегодняшний праздник это очень много значит. Это значит то, что меня оценили и зрители, и коллеги. И, в общем, такое высокое звание, я считаю, это уже оценка больше, чем есть. Также на мероприятии вручили грамоты и благодарности Донецкой областной администрации, областного совета и профсоюза работников культуры. Я 33 года работаю в культуре. Конечно, приятно заслужить, получить такую награду. И это дает стимул еще для лучшей работы. Это очень важно. Я проработала руководителем танцевального коллектива образцового ансамбля «Танца Забава» 35 лет. И вот оценили мое творчество. Спасибо. По данным областной администрации, сегодня в сфере культуры трудятся около 12 тысяч человек. Это вершина той пирамиды, к которой мы стремимся. Это духовное, это культурное развитие, прежде всего, нашего населения. Это движение вперед, к прогрессу. Это хорошее настроение. Всего во время праздника награды получили более 40 человек. Светлана Кикцева, Кирилл Иванов, «Панорама».